Даже если сейчас вы далеко, согревайте друг друга словами, чтобы нежность, уют и тепло позабыть помогли о печали, чтобы любовь разливалась по сердцу отголосками чувственных фраз. Я люблю тебя. Этим согреться можно в самый холодный час. В октябре есть глава «Скучать», но в осеннюю мокрую стужу согревает вовсе не теплый чай, а человек, который так нужен.